Приветствую, друзья, с вами Зидыч, и сегодня у нас будет небольшое объявление. Итак, ребята, те, кто смогли сделать что-то невероятное в рандоме, показать настоящий асовский скилл, доказать, что вы альфа-самец, вы можете этот реплей, в котором как раз-таки произошел нагиб, невероятный момент или что-то в этом духе, прислать мне на e-mail replay@vtsobaka.inbox.ru. И, возможно, ваш реплей войдет в мою рубрику «Лучших реплеев». Когда будете оформлять письмо и прикреплять реплей, не забывайте описывать ситуацию, но, разумеется, указывать примерное время этого невероятного момента. По большей части интересуют именно невероятные моменты, но можно, в принципе, прислать и какой-то невероятный нагиб. Но если решили прислать именно нагиб, то есть тотальный нагиб с большим количеством фрагов, а не момент, то принимаются они только в реалистичном режиме. Потому что в той же авиационной аркаде тупое набивание фрагов я считаю скучной, неинтересной и легкой задачей. Такие повторы автоматически будут отправляться в утиль. Вот нагибы в реалистичном режиме – это уже другой вопрос. Так что, ребята, большая просьба, не присылайте все подряд, сэкономьте мне время. У меня нет такой огромной команды, как у Кирилла Орешкина. У меня нет такой мощной финансовой поддержки, поэтому я не могу нанять помощников. Посему присылайте самые исключительные, самые невероятные моменты, ну и, разумеется, нагибы. Но я их буду отсматривать, ну и, разумеется, периодически выпускать интересный и разнообразный контент в новой рубрике. Так что, ребята, всего хорошего и увидимся в War Thunder. Удачи!